Всем здравствуйте. Отлично, звук проверяем просто. Сегодня у нас подводим итоги нашего розыгрыша. Выбираем счастливчиков, обладателей. 5 победителей будет у нас с 2000 рублями на подарочный счет. И суперприз Марка Лонка. 1 победитель у нас будет, то есть 6 счастливчиков. Сегодня мы определяем из тех, кто прошли полностью курс «Как побеждать в переговорах» на SkillCup. Прежде чем мы начнем, смотрите, я бы хотела небольшой интерактивчик с вами провести. Вообще, скажите, пожалуйста, что вам больше всего запомнилось в курсе? Что было какое-то откровение, какой-то инсайт словили, что самое интересное, что оказалось самым полезным? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях под последний пост у нас в Телеграм-канале. Вы его увидите, там подписано «Мы начинаем розыгрыш призов». Вот в этот пост напишите, пожалуйста, в комментах, что больше всего вам запомнилось, что было самое интересное, что больше всего зашло, понравилось, может быть, что-то супер новое было, которое вы прям узнали и запомнили на всю жизнь. Если я буду читать ваши комменты, если говорить про меня, то мне больше всего, конечно, из того, что я прям сильно запомнила, это про невербальное общение и про типы собеседников в курсе было. То есть, когда определяешь тип собеседника, проще найти к нему подход. Про типы собеседников, на самом деле, я вообще не знала. Но про невербальное общение, конечно, знала, но, тем не менее, много новых каких-то для себя нюансов все равно открыла. Про голос, про позу, про плохо слышно, пишут. Нормально? Вроде говорят, все в порядке. Давайте я попробую чуть-чуть ближе к микрофону сесть. Потому что говорят, что микрофон работает, все в порядке. Все. Так, отлично, вы пишете. Что не обязательно побеждать, можно отступить во благо своих интересов. Да, это тоже интересный момент. Я тоже его запомнила, что не всегда отсутствие какого-то результата – это плохо. Иногда это действительно хорошо, потому что в будущем это может, наоборот, оказаться даже лучше. Ага, отлично, все понравилось, классно. Разные страны по-разному ведут переговоры, да. Действительно, там была тренировка про разный менталитет и разные способы ведения переговоров по странам. Тоже я это помню, тоже интересный момент. Я, конечно, не все запомнила, но в целом было интересно, да, почитать кейсы. Нет, к сожалению, это не розыгрыш, где тонометр. Это розыгрыш, где колонка, смарт-колонка. Элементы, из которых состоят переговоры. Да, да, действительно, это тоже мне понравилось и тоже улыбнуло. Вы пишите в комментариях, не буду вслух произносить. Кому интересно, зайдите, почитайте, да. Так, ну что же, я думаю, все присоединились. Классно услышать от вас обратную связь. И давайте начинать. В первую очередь мы разыграем 5 призов по 2000 рублей и в финале победителя с колонкой определим. Так, у нас же транслируется, да? Ну, угу, так, я извиняюсь, уточняю моменты. Так, вот ваша статистика мы выгрузили из SkillCup. То есть дипломы присылать не нужно было. Статистика у нас выгружается, есть в отчетах автоматически. Смотрите, напомню еще раз правило, что нужно было на 100% пройти все тренировки. Как определить, что вы прошли на 100%? Там, когда вы открываете, да, курс, видно процент прохождения рядом с каждой тренировкой. То есть это было обязательное условие. Итак, сейчас я вам увеличу и покажу. Вот у нас потихонечку получилось всего 183 участника. Так, что-то у меня бывает периодически сильно быстро проматываю. Так, это все, кто прошли полностью курс «Как побеждать в переговорах» на SkillCup. Так, на самом деле я вас всех поздравляю, вы уже огромные молодцы, потому что нашли в себе силы, терпение, главное, время, потому что не все успевают, я это тоже понимаю, пройти этот курс, поэтому вы очень крутые, молодцы. Так, 183. Итак, сейчас начинаем. Так, все,
случайным образом выбираем. Так, первый у нас номер 156. Открываем табличку, смотрим, кто у нас под номером 156. Этот человек получает 2000 рублей на подарочный счет. Так, листаю. Так, вот. Свешникова Анжела. Я надеюсь, правильно произношу ваше имя. ID 19-69-77-62. Поздравляю вас, если вы сегодня с нами. Также отмечайтесь в комментариях. Так, далее. Так, немножко уменьшу. Второй победитель. Так, номер 28. Так, сейчас. Ага, а у меня не позволяет. Или позволяет? Так, не позволяет отметить. Ладно, ничего страшного. Так, номер. Я извиняюсь, небольшая тут техническая незаминка. Номер 28. Так, смотрю, у вас в таблице. Так, 28. Сажинова Алена. 19-84-45-07 ID. Если сегодня с нами, поздравляю вас. Также отмечайтесь в комментариях и также не стесняйтесь поздравлять, кто уже выиграл. Так, это второй. У нас будет всего 5 таких человек. Так, следующий. 70. Смотрю у вас в таблице. Под номером 70 у нас Лебедева Лариса, ID 19-68-19-10. Поздравляю вас. Ждем вас в комменты. Так, сейчас на комментарии я посмотрю и отвечу вам. Так, четвертый победитель. 52. Так, Мещанова Дарья, ID 149-52-27. Поздравляю вас, также отмечайтесь в комментах. Так, и получается последний, да, у нас пятый. Помощник? Пятый, да? Спасибо. 107. Так. Сто седьмой, это Комарова Надежда, ID 115-68-65. Итак, 5 счастливчиков с 2000 рублями на подарочный счет определены. И сейчас финальный наш суперприз смарт-колонка. Поздравляю и желаю всем удачи. Так, и... Да, все. 37 номер выигрывает у нас смарт-колонку. Поздравляю, сейчас найдем вас в таблице. Гореева Сария, или Сария, я извиняюсь, могу неправильно произносить, ID 299-093. Что же, я всех поздравляю. Пишите в комментариях, если вы сегодня с нами на эфире. Также те, может быть, если вас нет, но кто сегодня с нами, поздравляйте победителей. И у меня пара хороших новостей. Смотрите, по просьбам многочисленным мы продляем этот курс для всех квалификаций от L и выше за прошлый период. То есть еще в марте он будет доступен, получается, до 6 апреля, но уже без розыгрыша, но тем не менее... Для L и выше есть возможность его пройти, кто не успел. И также мы запускаем новый курс. Заходите на SkillCup, он уже доступен от S1 и выше по итогам прошлого периода по стилю. Такой в честь 8 марта хотим поздравить прекрасную половину человечества и сделать вам такой небольшой подарок, скажем. Так что проходите, заходите, смотрите. И также... Оставляйте ваши комменты, и сейчас у кого вопросы, уже ответим вам в индивидуальном порядке, не в эфире. Спасибо большое.
поздравляю всех с наступающим праздником, девушек, не всех, конечно, я заговариваюсь уже. И заходите на наш новый курс. Всего доброго, до свидания.